«Братус». Автор сценария Ричард Мервин. Теперь я чистый. Ой, какой запах! Пицца? Голос обожает пиццу. Ой! А? Ты куда? Куда ты убегаешь, пицца? Ты моя! Моя! Вернись! Вернись, пицца! Я тебя поймал! Я поймал этого желтого инопланетянина из... Откуда бы он ни прибыл, я перехитрил его! Ой, со всех сторон стенки не было видно! Богус попал в западню! Ля-ля-ля, ну как? Посиди тут, прохиндей! Док-док! Да-да? Кто там? Богус домовой, отпусти меня, я друг! Надо же, оно говорит, а? А! Меня покажут по телевизору! Снимут во мне фильм! Отважный задира поймал кровожадного инопланетянина! Вот здорово! Мои фото на страницах газет! Меня приглашают в шоу! Я прославлюсь на весь мир! Кажется, пахнет пиццей! Точно! Пиццей? О, обожаю, обожаю! Держу, парни! Этот подлый чокнутый домовой прячет поблизости вкусную еду! Возможно, он даже стащил ее у вас, король, а? Да, вполне вероятно! Нет никого коварнее этого желтого разбойника домового! Никого, никого на всем белом свете! Вперед! Вперед! Ты будешь сидеть здесь, инопланетный пожиратель мозгов, а я сейчас позову папу. Пожиратель мозгов, Богус никогда не ел мозгов. Богус инопланетянин, чушь. Ниндзя, вот кто он. Богус поработал головой. Я-ха! О, слышу крысиный зов. Да, получился отличный сыр. Это поднимаем, это подвинем сюда, приманочка. Богус перехитрит крысятину. Пахнет свистным. О, да, пахнет очень-очень вкусно. Это я обнаружил его тайник. Крысиный король все видит. Яха! Мой! Ой, это же такой не сыр! Нашли еду, босс! Богус проучит задиру! Ты сейчас сам увидишь, я поймал желтого инопланетянина! Это была жестокая битва, папа, но я победил! И теперь мы можем продать его за $1 миллиард! Если это твоя очередная выходка, ты будешь за нее крепко наказан! Погоди, сейчас увидишь! Он здесь! А? Вот это фокус! Да это просто паршивый радиоактивный крысеныш от соседей! Ты что же, решил разыграть меня? Честное слово, я его видел! Мерзкий коротышка, желтый инопланетянин, хотел укокошить меня! Хватит тебе заниматься всякой чепухой! Я в твоем возрасте работал как вол!
Я провожу тебя, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Чушь! Не могу понять этих глупых людей. Я не пустяю, что я грызун. Дайте можно больше воды. Слушаюсь, ваше величество, как можно больше воды. О, Богус поможет кричать, нет, ты просил больше воды. Пожалуйста. Нет, воронушки. Когда же ты подашь воду, придурок? Полежу в тени. Эй, это ты! Задира, ты очень плохой мальчик. Папа, он здесь! Инопланетный пожиратель мозгов вернулся! Ой, больно! Я тебя предупреждал. Богус инопланетянин? Он только что прилетел с Марса. О, Богуша, есть идея! Это переставим сюда, это уберем, и получился велосипед для домового! Просто близ! Мистер Богус Домовой скоро вернется! И снова с нами мистер Богус! Ой, не набил ли я шишку? А теперь иди прямо! Прямо говорю! Нет, влево! Вниз! Ты понимаешь? Вниз! Бери правей! Левей! Давай вниз! Приземляйся! Хорошо, хорошо! Вот! А теперь совершаем новую посадку! Ой, теперь путешествую по воздуху летя, что прежде. Ну, я скоро вернусь. Этого я больше всего и боялась. А ну-ка, отойди-ка, детка. Заходи, брат. Вот, открыть. Что такое, а? О, тетушка Багонна, здравствуйте. Здравствуй, братец Братос. Привет, кузен Доги. Я должна посетить ежегодное собрание домового мира в нашем закодированном измерении. А ты, Бабулина, приглядишь за своим любимым двоюродным братцем Братосом домовым. Понял? О, мне стать нянькой? Твой маленький двоюродный братец Братус здесь и невинен. Или дурацких штучек не вздумай испортить его классическое воспитание. Ты понял? Да, тетя Багун, да. Вот и славно. Ты умница, Богус. Ой, ля-ля, вот раскомандовалась. Ну, где же Братус? Ой, ля-ля, Братус, где ты? А? Братус. Большой бутерброд. Братус проголодал. Скажи, а-а-а! А, неплохо. Что тут натворил этот маленький негодник, а? Нам нужно так. Ой.
Богус, классный жонглёр. Браво, бой! Давай! Здорово повеселились! Градус хочет, чтобы так было каждый день! Ты уже собрался, дорогой? Минутку, я что-то никак не найду свой кошелек. Дорогая, ты не видел мои ключи? Брат, смеет! Ничего не понимаю, куда же они могли подеваться. Я же только подержал их. А ты проверил карманы пиджака? Ну, разумеется. О, вот они. Выходит, они все время лежали там. Мои часы? Потрясающе, я думал, что потерял их. Идем, дорогой, а то мы опоздаем к началу матча. Не волнуйся, дорогая, успею. Ну, на этот раз обошлось. Ну, где же малыш Братус, а? Ой, как бы не случилось беды. Братус! Ехи! Голова, голова! Мой бедный мужчин! Братус! Кузен Боги! Ай! Братус, почисти Боги! Братус очень славненький, когда спит. Братус! А куда ты дел гамак, а? Ах, вот он. Гамачок чуть-чуть прохудился. Боги совсем не нравится быть нянькой. Приятных снов, братец Боги. Доброй ночи. Мы снова раззвонились, не даете поспать, замолкните вы или нет. Сейчас разберемся с вами. Вот так, вот так. Мистер Богус домовой скоро вернется. И снова с нами мистер Богус. Привет! Богус лучше спрятаться. Пока, птички! Сегодня у Богуса день рождения, но никто об этом не помнит. Дорога! Ужас! А Братус хочет есть. Братус видит и едет. Приготовься, Братус! Ничего!
лица в волю. Нам, 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 нам. Братус, братус! Братец Боги, помоги! Ой, гадкий пёс! А ну-ка вылезай, братус, и домой. Ты что, все с ума посходили? А, я, братус, хочу гамбургер. Найдей, спросит, говори. Ох, что за паршивый пёс? И вот еще один желтый инопланетянин. Хватай его! Богус поможет братусу. Не? О, добрый вечер, золотая рыбка. Братуса большие неприятности. Надо поймать его! Я совсем не в конфликт с желтой чиновище с других планет! Богус влезает в окно, и, ну, братуша, я не вижу. А, это зубастая может слопать малыша. Хватай, рыбонька, хватай. Оп. Ой, Богу, что нельзя без тросика? Держи его! Отлично! Ну, говорит, что еще где другие члены твоей банды, а? Я поймал его, папа! Ведь это мерзкое неземное существо испортило тебе игру в гольф! Но если ты меня еще раз надуешь, берегись! Хватит рыбиться! Домой, братус! Отдал! По-моему, тебя надо выпороть! Но я! Как ты смеешь издеваться над этой славной домашней собакой? Ну, как тебе лучше, милый братус? Отдохни! Ой, Богу тоже устал! Ой, плохой сон приснился, а? Нет, это не сон, это кошмар! Братус, дай это тебя! Бери! Ой, торт ко дню моего рождения, здорово! Богус ужасно растроган! Братус, никогда не забывай Богуса! А, вкусно! А, ну что же, да. Тебе понравился торт? Правда вкусно! Вкусно! Спасибо!
Спасибо, братик. Бобус обожает торт ко дню рождения. А? О! Ну, а вот и свечки. Так, ага. Теперь опустим картинку. Угу. С днем рождения, боги! Мистер Богус домовой скоро вернется. И снова с нами, мистер Богус. Там карнавал! Привет, ребята! Праздник в городе инструментов! Режиссеры и продюсеры Том Бартон, Клаудио Цейтлин Бартон. По мотивам шоу Питера Кифа. Художник Тим Леонард. Композитор Дэйл Шагер. Производство Зодиак Интертейнмент. Фильм дублирован в студии Фортуна Фильм. Роли дублировали Александр Рыжков, Татьяна Канаева, Елена Соловьева, Вячеслав Баранов, Дмитрий Матвеев, Рудольф Панков, Дмитрий Полонский, Никита Прозоровский. Режиссер дубляжа Виктория Чаева. Автор литературного перевода Ольга Палатникова. Звукорежиссер Владимир Венгеровский. Инженеры звукозаписи Юлия Ермакова, Екатерина Петракова.